Приветствую вас, дорогие мои слушатели. С вами на связи ваш бессменный проводник в мире духовных энергий, мастер йоги Владимир Калабин. Наша медитация «Идеальное тело» будет разбита на три части, которые мы будем с вами собирать. В первой части я вам немножко расскажу, зачем она нужна, чтобы вы лучше настроились на энергии нашей медитации и глубже погрузились во весь процесс. Во второй части мы настроимся на внутреннюю улыбку и поблагодарим наше физическое тело за его неустанную работу. А теперь, дорогие друзья, внимание! В третьей части вам нужно будет, слушая мои инструкции, подняться в физическом теле, открыть глаза, встать и представить перед собой на расстоянии примерно полуметра образ вашего идеального тела, к вам развернутого спиной, в который вы, когда я скажу, впрыгнете, обживетесь там и немножечко подвигаетесь в нем. Если вы слушаете меня в наушниках, тогда вам нужно будет во время третьей части отключить наушники, включить колонки вашего компьютера, ноутбука или телефона, чтобы не в наушниках вы делали прыжок вперед, встав, а именно без наушников. Иначе, не дай бог, они каким-то образом натянутся, потянут за собой ваше устройство, проигрывающее мой голос и звук. Третья часть начинается, ее нужно прослушивать без наушников. Когда вы немножечко подвигаетесь, обжив ваш образ идеального тела, мы снова с вами ляжем в положение на спину, для того, чтобы лучше усвоить полученный результат. И потом плавно выйдем из практики, и если у вас будет такая возможность, вы мне дадите обратную связь, написав в чате, получилось, не получилось, как вы вообще себя чувствуете сейчас. Итак, дорогие друзья, когда я вам скажу, что нужно вставать, нужно реально вставать. Хотя, если вам лениво, либо если у вас наработана практика так называемых идеомоторных ощущений, и вы в совершенстве владеете своим тонкоэнергетическим дублем, можете третью часть проделать физическим телом, лежать, энергетическим встать, сформировать перед собой, перед энергетическим телом голограмму идеального состояния, впрыгнуть в него энергетическим телом, слиться с ним, подвигаться в нем и, растворяя в себе пакет информации об состоянии идеального тела, снова лечь, соединившись с физическим. Но это более сложный уровень, либо вариант для ленивых. Не физическим телом поделать, а, ну, как будто бы чем-то так поучаствовать, краешком сознания. Но опять же, это ваша жизнь, ваша духовная практика. Что мог я вам сообщил и сказал, дальше все зависит от вас. Сейчас-то уже принял удобное положение. Лежишь свободно и расслабленно. Ноги вытянуты. Руки расположены вдоль туловища. И на какой-то момент ты начинаешь ощущать, на чем ты лежишь. В это время твои глаза как будто сами по себе постепенно или сразу закрываются и расслабляются. Полностью расслабляются.
ты чувствуешь вес своего тела и всех его частей в этот момент. Ноги, которые пассивно лежат и отдыхают. Руки и кисти, которые ничего не держат. Спину, которая обычно так много несет на себе, а в данный момент массу всей верхней части тела. А потом таз, который сильнее всего опирается на поверхность. А сейчас также может освободиться, и даже голова может освободиться. Ведь ее масса как будто несет себя сама, в то время как ты испытываешь своеобразное ощущение под закрытыми веками глаз. И каждый момент, когда ты захочешь, можешь отчетливо ощущать, как течет твое дыхание, как легко двигается верхняя часть тела, в то время как ты и твои мысли переживают ощущение абсолютной свободы. Ты можешь отправить свои мысли туда, куда тебе захочется. И в этот момент ты можешь подумать о каком-нибудь далеком месте. Ты можешь представить его себе, и вот уже пришла мысль о таком месте, знакомом тебе из собственного опыта или из других источников. Точно так же ты можешь совершить путешествие во времени и вспомнить о какой-то ситуации своей жизни, которая первой придет тебе в голову. И ты понимаешь, как просто вспомнить о прошлом и на крыльях собственных мыслей путешествовать во времени. И в какой-то момент ты вспоминаешь ситуацию, в которой тебе когда-то было действительно хорошо, когда ты чувствовал себя комфортно, и на душе у тебя было так радостно, что хотелось смеяться. Ты осознаешь первую ситуацию, которая приходит тебе на ум, и остаешься в ней. А если тебе ничего не приходит на ум, то просто представь ее себе, ситуацию, в которой ты чувствуешь себя таким счастливым, что тебе хочется смеяться. И пусть с каждой новой мыслью эта ситуация становится все отчетливее, пока она не станет столь отчетливой, что ты сможешь представить ее себе совершенно четко. И она еще раз развернется перед твоим внутренним взором. И ты как будто заново переживаешь ее, как будто эта ситуация разворачивается сейчас. И ты чувствуешь себя так же, как и в тот раз, именно сейчас, в данный момент, тебе так хорошо, что хочется смеяться. И тебе не трудно это представить, ведь ты знаешь, что такое смех, и уже не раз смеялся. И вот на твоем лице появляется такая улыбка. Ты можешь ее почувствовать постепенно, думая о своем лице, или сразу, если ты уже погрузился в состояние более глубокого расслабления. Ты сможешь ощущать себя еще легче и свободнее, а улыбка будет становиться все отчетливее. Возможно,
ты ощущаешь ее уже сейчас, когда думаешь о своем лице и воспринимаешь его очень осознанно. Это действительно несложно – вообразить улыбку и думать о своем лице, которое в этот момент не может ничего, кроме как воображать улыбку на своих чертах. И если ты последуешь за этой улыбкой к ее источнику, то вскоре сможешь найти этот источник улыбки в глубине своих глаз. Найди источник улыбки в глубине своих глаз. Источник улыбки в глубине глаз. Улыбка в глубине глаз. Именно здесь, в глубине твоих глаз, начинается любая улыбка. И здесь ты ощущаешь ее впервые, поэтому теперь тебе нужно только подумать о глубине своих глаз и об улыбке. И ты ощущаешь и то, и другое. Глубину глаз и улыбку. Не важно, что происходило до этого на твоем лице. Ты можешь вызвать эту улыбку из глубины глаз.